Президентские состязания включали в себя два этапа. Позади первого – это общая физическая подготовка. В лидеры вышла спортивная четверка, многопрофильные и университетские лицеи, вторая школа, а также городская гимназия. Второй заключительный этап – это беговые виды. Спринт на 30 метров, затем дистанция на 300 и 500 метров и еще эстафета 4 по 100. В результате вот этих двух этапов подводятся итоги, выходит победитель этих соревнований, который будет представлять уже на областных соревнованиях президентские состязания, которые будут проходить в юности в апреле и мае месяце. Эти соревнования проводятся с целью формирования у детей здорового образа жизни, увлечения ребят, систематические занятия физкультурой и спортом. К победе бежали даже босиком. У вас какой настрой? Боевой. Немножко так боимся, но ничего, надеемся победить. И победили. Лучший результат у команды многопрофильного лицея. Второе место заняли юные спортсмены из гимназии. Третье завоевал университетский лицей. Арина Макарова, Виталий Милов. Наше время.